Привет, ребята. Хочу вам кое-что рассказать. Ну, для начала смотрите, какие тут стоят, блин. Это Tesla, ну, по-моему, Model 3. А это вот, насколько я помню, электрический ID4, новый типа Volkswagen. Вот так. Значит, а что я вам хотел рассказать? Рассказать я вам хотел вот такую вот историю. На прошлой неделе, где-то примерно неделю назад, может, чуть меньше. В общем, прорвало где-то в соседнем городе главную трубу водопровода, какую-то очень большую трубу водопровода. Залило там всю улицу под мостом где-то так, что, короче, проезд вообще невозможен был для машин. В общем, закрыли все полностью. И многие заметили, что, напор воды стал как-то гораздо меньше. Ну, не знаю, я как-то не заметил. А многие почему-то заметили. Ну, короче, не знаю, может, у нас просто дом как-то выше, ниже. Я не знаю, как это определить. Давайте сюда пойдем. Нам тут же позвонила автоматическая система. Она нам записью, значит, сказала, что не пользуйтесь водой. Ну, вернее, как не пользуйтесь, не пейте воду. Причем прислали потом с тем же текстом еще и на электронную почту то же самое. У меня все в аккаунтах зарегистрировано, поэтому они мне и по телефону, значит, автомат позвонил и прислали сообщение. Кипятить, сказали, воду, не пить ее, кипятить как минимум, чтобы она одну минуту типа кипела. Потому что здесь у нас воду не кипятят, так через фильтр прогоняют и все. А тут вот такое вот. Вообще, типа, в рот воды не набирать, там зубы чистить даже тоже в рот воды не набирать. Вот такое вот прислали, значит, сообщение. Ну и потом там начало выясняться, из-за чего. То есть, потому что там трубу прорвало, в общем, все. В общем, трубу эту чинили дня три, наверное. Там съехали со всей компанией этой водоснабжающей, съехали слесари. В общем, ее починили, и все. Но самое интересное, что в это время, так как, типа, воду эту пить нельзя и все такое, они несколько точек открыли, куда люди могли были приехать и взять воду бесплатно. Вот так вот. Просто стояли, значит, быстро так довольно это все организовали, как интересно. Приехали целые грузовики, там, наполненные ящиками, прям палетами с ящиками с водой. Такие же, как в супермаркетах продаются, такие ящики по 24 бутылки, знаете. Или там по 32, или по сколько они там. И вот этими ящиками они загружали. Там прям подъезжаешь в машине, они тебе в багажник загружали 2-3 упаковки вот этих бутылок. Ну, я съездил пару раз, почему бы нет. Теперь у нас много воды. Мы все равно иногда покупаем бутылочную воду, чтобы с собой там куда-то брать. Раздавали эту воду 2 дня, а потом это все прекратилось, потому что прислали новое сообщение, что, мол, все восстановили, все починили. А по 3 минуты сказали прогнать каждый кран на кухне, в ванной, там где-либо еще холодной воды на полный напор. И все, можете, значит, пользоваться. Вот такая вот история произошла на прошлой неделе. Ну, а в комментариях расскажите мне, если у вас отключают воду. Не знаю, где вы живете все. Если у вас отключали воду, что происходит? Какой порядок? Интересно просто. Есть что-то подобное сегодня или нет? Я, в принципе, и сам этого не знал. У нас вода-то отключилась, и то не отключалась. А вот такая ситуация произошла, наверное, впервые, чтобы вот так вот сильно прорвало трубу там где-то, водопровод. Ну вот, оказывается, воду стали раздавать сразу. Ну вот так вот. Все, господа, до свидания.